Приветствую всех! Сегодня полазил по жесткому диску и нашел старый проект, трекинг от песни. Трека вокала нет, но вы можете скачать по ссылочке в описании архив, распаковать его и покрутить, допустим, посводить, помастерить и, или, допустим, сделать минусовку. Кому-то понравится, может быть, взять трек бас-гитары и барабанов и поиграть гитару. В общем, вариантов будет на ваше усмотрение. В общем, я покручу этот трек. Темп у него 133. Так, для интереса, по старой памяти покручу его. А вы добро пожаловать, ссылочку в описании. Скачивайте и крутите звук, тренируйтесь. А значит, какая ситуация там? Там нет кабинетов. Звук взят сразу с преампа, записан, чтобы потом можно было менять кабинеты уже с помощью импульсов. Такая у нас была задумка. Давайте по метроному проверим. Все отлично, ну, мы умеем играть метроном. Все отлично, в группе все умели играть в метроном. Так, басуха здесь живая и записана в линию тоже, то есть нужно повесить какой-то преамп и сделать эмуляцию кабинета. Это я увеличил визуал. Отображение, громкость меняется вот здесь, а это просто меняется волна, ее размер. Можно сразу повесить какой-нибудь плагинчик. Thank you.
еще потребуется подредактировать это дело. Вот так. Ну, в общем, повозитесь, вот, чтобы выставить треки, чтобы они звучали синхронно. Отсюда. Качаем трекинг по ссылочке в описании. Кому надо, кто хочет повозиться, тут есть над чем поработать, потому что это абсолютно сырой трекинг. Для тренировочки кто-то может минусовки какие-то сделает для того, чтобы там попилить на соло или побалдеть на барабанах. И я уверен, что кому-то это будет интересно. Всем отличного саунда и до скорых видео.